Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Европа Универсалис 4, и, собственно, в прошлой серии мы немножко повоевали в Африке, как обычно, да? Расширяемся здесь, и, наверное, сегодня будем этим же и продолжать заниматься, потому что... А что еще, собственно, делать? На востоке османы нам закрыли путь на восток благополучно. Мне не хватало здесь всего две пробки, они мне захватить их не дали благополучно. На западе, вообще, я бы повоевал. Повоевал бы я с огромным удовольствием... А чё, где войска? А где у него войска? Повоевал бы я с огромным удовольствием. У него еще османы, смотри, в союзе. Но... пока нет. Пока нет, пока не то. Пока не торт. У нас с вами эпоха реформации началась. Здесь мы тоже толком ничего забрать, к сожалению, не сможем. К превеликому сожалению. Эх, ну, что ж поделать, такова жизнь. Так, а, кстати, погоди. Давайте глянем, что у нас по заданиям. Что-то давно мы сюда не заходили. У нас есть задание, до сих пор остается, захватить острова. Он является, естественно, униатом. Все дела. Потом это все превратится в Испанию, и мне еще тяжелее будет это все делать, конечно. Ну что ж поделать, такова жизнь, такова жизнь. Так уж все сложилось. Так, карты легли. Так, что тут? Спонсировать пиратство. Мы наняли к себе на службу множество пиратов. Пора предоставить им свободу действий и позволить сеять хаос на побережье. Вы не можете выполнить это задание. 10 принадлежащих провинций, в которые... Есть верфь. Такое влияние каперов больше равно... А может, давай здесь каперством заниматься, в Генуе? Мы давно уже в Александрии этим всем занимаемся, а что-то про Генуе, я что-то даже и не задумывался. Вот она, наша Генуя. 14 монет, я со временем, мне кажется, смогу тут нормально так капнуться в этом плане. А погнали, погнали в Гену этим заниматься. Тут и сюда просто все деньги стекаются, в Гену. Видите, тут конечная точка, собственно, как и у Венеции. Здесь конечные у нас с вами точки, собственно, все этой движухи. Поэтому оно того стоит, мне кажется. Так, завоевать Александрию, естественно, нет. Естественно, не судьба. При великому сожалению, мы здесь взять ничего не сможем. Уровень центра торговли в провинции Искандария. Увеличится на один. Ну, бля, эти говноеды не дают мне на османах это сделать. По-другому я их, к сожалению, назвать не могу. Вроде союзники, а вроде говноеды в то же время. Боевой дух армии. Это надо захватить эти провки, которые тут остались. Ну и единственное, что нам остается, это, собственно, блин, как раз-таки вот эти вот задания, которые ведут нас на север, а тут довольно-таки тяжело. Вот эти острова надо захватить, они уже османам принадлежат. Что ж ты такой громкий? Так что, в общем, на север нам пока путь точно закрыт. По крайней мере, пока, я не знаю, 1600-й какой-то год не наступит. Будем с вами заниматься... Африкой? Чё еще? Мы только на слабых и можем нападать, к сожалению. Так, идеи. Наши идеи, может, кавалерии, естественно, забираем. Следующее, наверное, уже точно будем с вами апать военные технологии. А то, мне кажется, скоро они нас уже догонят. Они уже нас догнали, если быть точным. Да. Так, эффективность миссионеров. Давай вот это возьмем. Чуть-чуть. Да ёп, твою что, Маш, киш-киш, Маш. Чё тут? 59? Давай. Давай. Ничего, Лё, мы сейчас сами там камбэкнут. Наш помогать не буду. По заданиям у нас пока вроде... А, у нас уже есть. Давай, кстати, тогда возьмем. У нас есть задание заходить в эту вот провинцию. Есть также задание заходить в вот эту провинцию. Есть задание что-то в Тунисе сделать. Поставить док или сухопутный док. Что я здесь получу? Демоническая репутация плюс один, а здесь улемы получат влияние и сепаратизм провинции уменьшится. Вот это, кстати, интересно. Давай возьмем. Я предлагаю тогда начать фабриковать, собственно, причины войны с этими молодыми странами африканскими.
Претензии нам по-любому нужны. А, нам, кстати, уже одну дали претензию, как раз-таки по заданию, судя по всему, да? Воевать пока с Ангаем не будем. У них, конечно, тут куча восстаний, это видно. Это типа круто. Но с другой стороны... А, кстати, погоди. А что у нас там? Долго еще? А у нас вообще беда, на самом деле, с Ренессансом. Это, я бы даже сказал, ад какой-то. Вообще очень тяжело. Все очень-очень тяжело. У нас уже колониализм появился. А мы до сих пор, блин, еще даже Ренессанс не получили. Ну, кстати, мы колониализм, наверное, намного быстрее получим, нежели Ренессанс. По одной простой причине, он зародился здесь, а мы довольно-таки близки к этим пробкам. Так что шансов у нас больше. Намного больше. Инновационность увеличится, с османами отношения ухудшатся. Давай, хер с ним. У нас и так с ними отношения замечательные. Попросить я у них что-нибудь могу? Не могу вроде раз в 5 лет. А, в состоянии войны. А с кем они воюют? А, они воюют с Аджамом. Ну, они, в общем, целью османов выйти вот сюда, потому что у них здесь есть задание. И вообще, даже если не задание, у них здесь потом очень много денег они будут получать с торговли, потому что отсюда идут пути с Индии. А здесь капец, сколько всякой вкусняхи. Так что да, как-то так. С кем ты в союзе, дружище? И сколько вас? Ему, кстати, гарантирует независимость. Ага. Ясно. Главная боль, я понял. Так бы и сказал, сразу чушь. Кстати, у него войск стало намного-намного меньше. Мы пока муштрой занимаемся, так или иначе. Мы только-только недавно воевали. У нас военная усталость уже упала. Все у нас хорошо стало. В принципе, мы можем повоевать, на самом деле. Мы можем повоевать, но есть маленькая проблемка, заключается она в том, что у них технологии, как у меня. Если у них нет союзников, я повоевал. Но у них 3 союзника, как видите. Это... А, это Филальт еще до кучи. Ага. Короче, ждем. Вариантов немного. Здесь у нас тоже перемирие временное. Он в союзе с Ангаем, с этими. В общем, даже в Африке нам довольно-таки тяжело. По итогу тогда, смотри, как получается. Даже в Африке нас с вами душат. Ты шутишь? Я же думал, сейчас реформы приму. Я не успею? Подождать немножко. Не успею по-любому. Ну давай. Что у нас там, кстати, по реформам интересное? Административные политики, равновесная лояльность улемов. О, производство увеличилось. Молодец. А, тут что? Стоимость командира, равновесное тоже влияние. Лояльность, точнее. Влияние опять чье-то. Не супер интересно. Стоимость советника тоже неинтересная. Все херня. Может, что-то последнее интересное. Советник, когда изменение коррупции плюс 20, административные навыки правителя плюс 1. Вот это, кстати, интересно. Только коррупция, да, будет намного выше. 0,20. У нас сейчас сколько коррупция вообще? Коррупция у нас 0,03. Но, кстати, там не месячная, а годовая изменение коррупции. Плюс 0,020. Так что, в принципе, не 0,0, а 0,20, в принципе. В принципе, неплохо. В принципе, я бы взял. Честно. Честно взял бы, да. А, текущий уровень беспорядков минус 27. Хуя. Давай. Давай возьмем. Ничего страшного. Джо Москва, сказал, что там, кстати, у Москвы? Ух ты, а Москва-то, смотрите, очень даже неплохо развивается в этой катке. Только с Данией у нее тут проблемы. Дания пока покушала Новгород. Раньше все эти провинции принадлежали Новгороду. Так, мы с вами камбэкаем, кстати, административку по чуть-чуть, я смотрю. Хорошо. О, 10-10-9. Ясно. Камбэкаем. Так и запишем. Центр ислама можно создать. Администратор будет удален в случае смены религии. Стоимость технологий минус 5. Стоимость миссионеров плюс 1. О, так это вообще кайф. Это же вообще кайф. Давай. Что у нас тут? Давайте глянем по карте. В Индии пока непонятно, кто победил. Но я думаю, кстати... Ну, нет, тут Бахмани и Виджаянаг этот. В принципе, они относительно пока одинаково развиваются. Вопрос, кто из них победит? Тут разные религии. Одна это индуизм, другая это шиизм. И, собственно, хороший вопрос, кто победив в итоге.
Китай еще не развалился, причем он вроде развивается, судя по вот этим вот буковкам. Он аж куда-то туда. Ладно, неважно. И Москва. Москва, кстати, немножко меня удивила. Она хорошо развивается. Я последний каток, когда последний катки 4 играл, да, плюс-минус, может, даже все 6, Москва всегда просто отсасывала и в итоге ломалась, исчезала с карты политической. Но в этот раз у нее очень даже все неплохо. Не учитывая, опять же, конечно, того, что тут здания у них какие-то терки непонятные. Восстание, все дела, у Англии все стабильно. Последний раз, когда играл за османов, помню, было дело. Шотландия полностью Англию, помню, поглотила. Вот это весело было там, конечно, у них. Так, ну, чего-то сверхъестественного, на самом деле, на карте политической я не увидел. Так что будем следить, будем смотреть. Может, что-то интересное, да, и увидим с вами. Так, сколько нам надо, чтобы военку, блин, там качать? Много. Надо много. Я, кстати, знаете, что предлагаю еще сделать с руки перемирия? Это ясно. Я предлагаю взять эдикт на распространение институтов плюс 33%. Это очень хорошая вещь. Хотя бы в столице, потому что со столицы у нас в основном и идут институты всегда. Почему я раньше это не сделал, я не знаю, не спрашивайте меня, я вам не отвечу. У нас, вроде, да, у нас закончилось перемирие, мы можем опять объявить им войну. Сангай, Вадай, Нупе... Нупе. Какое, да, название интересное. Двухзвездочный генерал. У нас, кстати, генерал еще умер, блин. Я такой сейчас заметил. Давай вот этого пока говначало назначим. Что ж поделать. Доход, благо, у нас относительно неплохой. Да, если я, допустим, выставлю в макс. А, кстати, пока тренируемся, нет смысла вообще убирать. Точно, совсем забыл. 3 монет, в общем, мы получаем. Так что я так-то... Так-то я могу взять себе еще немножко войск. Хотя бы до 20 довести, да? Успешное обращение у нас с вами произошло. Я, кстати, думаю, мы следующие традиции, точнее идеи, мы возьмем с вами, наверное, экспансионизм. Потому что тут куча пробок в Африке, которые было бы неплохо колонизировать. Было бы вообще замечательно. Вода и какие-то, кто это вообще такие? Не, брат. Будем воевать. На войну будешь? Будешь. Он гарантирует только вот эту страну, да? Ну, короче, по плану моему великому. Он 25 тысяч нанял. Да ты охуел. 4 монеты. Давай еще одну пушку тогда найму. Раз на то движ пошел. Раз на то пошел движ, еще одну пушку хотя бы наймем. Уже будет лучше. Я бы военку вообще подождал. По-хорошему, да? По-хорошему, да, я бы военку подождал. Я с другой стороны. Ну тут 7. Ну тут 6. Ну типа с кем я буду воевать? Тут же бомжи. Не считая, вот я только за Сангай переживаю, по сути-то. Ну П тоже, кстати, вроде относительно развито. Да. Ну это ж такая херня. Ну будем честны, ёб твою ж. Давай еще немножко муштрой еще позанимаемся с ним чуть-чуть. Или пофиг, сколько у нас уже тут? 36. Скорость передвижения, мощь натиска, военная огневая мощь. Типа неплохо, можем так-то пойти воевать, на самом деле. Блин, у нас агента обнаружили. Что я увлекся? Ага, ясно, все отменяется. Все отменяется у нас с вами. Дип-технология, ничего страшного, давай. Ну ладно, на самом деле это даже в плюс какой-то. А, вот что у них там за восстание. Я думал, это какие-то националисты в плане страна восстала, а это у них наследники. Да ебать, да не надо, пожалуйста, ну что же я вам сделал-то такое? Сука, ты, Осман, ты специально это делаешь, скажи мне честно? Ты вот специально это со мной делаешь? Ну серьезно. 8 технологий, ладно. Мне кажется, он издевается надо мной. Что мне подсказывает. Он делает все это специально. Мне назло. Чтобы я просто терпел, блять. Я нахуй уже готов. Ну, если я разорву со... Просто это, знаете, палка о двух концах очередная, да? Если я разорву с ними союз с османами, то, собственно. Бля, еще и теперь соединились. Ёб твою жопу, нахуй гадал, блять.
Погнали хотя бы с ними, наверное, повоевать. Хотя не, я с кем-нибудь буду воевать, мне похуй. А, доходы от налогов, жизненные изменения, автономия. Когда? Пока не умрет наш нас кто? Пока не умрет наш правитель, типа? Ну, я не знаю, когда он умрет. У нас наследнику, блядь, лет больше, чем правителю. Это мем. Это мем. Ежемесячные изменения автономии. Ну, чушь, доход от налогов, нахуй, меньше. Короче, я ФК, нахуй, идите. Нету слов, одни эмоции, на самом-то деле, у меня. Ну, что это такое? За что вы так со мной? Гребаные черти. У них еще двухзвездочный генерал. Я бы тоже себе генерала какого-нибудь двухзвездочного нанял. О, заебись. Король пойдет. Ну-ка. Че у них? Блять, они лучше, чем мы, нахуй. Ну, мы, к сожалению, проеба. Куда ты уходишь? Какой ты конченый, что ты делаешь, дядя? А хотя ладно. В принципе, похуй, да? Не суть важно. Надо каким-то образом выжить. Ну куда? Нет! Стой, блядь! Что происходит? Ну за что вы так со мной? Я сейчас все войска проебу. Все эти деньги, которые я копил все это время... А, кстати, это даже нормально получилось. Я сейчас просто отступлю, блядь, с косманом. Текаем. Все по уму, честно. Опять терпилыча включать. Я рот ебал. Эти османы, блин. У них своя жизнь. Они меня как сучку какую-то используют. По-другому это не назвать на самом-то деле. Только войска все восстановил. Еп, твою же дивизию. Все, я ухожу. Захватывайте, блядь, мою столицу. Вообще похуй. Я ухожу в закат. Всем спасибо, всем пока. Пойду османам помогу. Вон там у них крепость есть какая-то. Пойду захвачу нахуй. Может, мне за это хотя бы вот эту пробку передадут, что маловероятно. Да не, она уже покрашена в их цвет. Я вообще здесь ни одну пробку не заберу по итогу, на самом-то деле. Мою столицу уже взяли. Пойду хотя бы немножко вклад в войну в какой-то внесу. Хотя бы что-то да надо сделать в этой жизни, правильно? Так, и реформа у нас с вами подошла. Мы в итоге выбираем с вами вот это. Да. Да-да-да. Сколько у нас, получается, коррупции? А, ну на это еще можно не смотреть. Надо, блядь, как видите, все очень плохо. Потому что нас захватили. Как бы, ну нас немножко, как бы, ну, захватили, да. Есть такая фигня. Офигеть, да? Так, кому-то они объявили мир. У меня появился колониализм. Ну, в общем, о чем я и говорил. У нас колониализм появится намного раньше, нежели тот же Ренессанс. Вообще, я не удивлен ни капельки. А, тихо-тихо, это авторские права. Я обожаю эту музыку. Но, к сожалению, авторские права не дают мне слушать ее. К превеликому сожалению. Ну, это пиздец, да? Они, причем, они вообще не воюют друг с дружкой. Они просто меня душат и все, блядь. Типа, это вся их война, нахуй. Это пиздец, это незаконно, блядь. А, ну ладно, идут османы, мне помогают. Хорошо. Это какой-то тильт. Какой-то тельт, на самом деле. Теолог умер. Плохо. Чё? А почему военный налог? А, или эпоха заканчивается, там же дебаф заканчивается тоже, да? Угу. Заебись. Заебись. Так. Точнее, баф, а не дебаф. Но это сейчас не суть важно. Нам нужны рекруты. Вот. Вот это забираем. Плюс вот это. И хватит. И хватит, больше ничего не надо мне. Так, что случилось? Почему вы сидите? Вас кто-то отпинал? Кто это сделал, признавайтесь. Вроде живы. А, возвращайтесь в Геную, пацаны. Я уже, кстати, тут 34 монетки получаю. Это очень хорошо. Нормально, османы вроде меня там восстанавливают по чуть-чуть. Конечно, денег я тут сейчас, как видите, целую кучу
на самом деле, проебу. По одной простой причине. Я уже сколько... У меня было 400, мать его, монет, да, накоплено. Может, это война, блядь, с османами. Это ужас. О, автономия будет падать. Давай. Они мне мир предлагают. Иди нахуй! Че, думаешь, я такой слабый? Ты, блядь, не на того напал, нахуй. Я буду терпилой, но выиграю эту войну и получу свое. Хотя они там осадили торговый пункт мой. Ну, а что поделать? Такова жизнь. Так, ну, османы меня камбэкают, это хорошо. Так вот, давайте сделаем. Мне и так денег мало, сейчас долги буду брать. Ёп, то ж дожили. Я предлагаю вот так хотя бы сделать. Может, долг хотя бы не буду брать, возможно. Возможно, не буду, да. Все, пацаны меня вернули к жизни. Вот бы они сейчас Тафилальт еще этот захватили, говняный. Я бы там что-то забрал. Я бы сам, кстати, пошел бы даже с этим Тафивальтом повоевал. Может, у османы мне бы что-то передали. Только маловероятно, потому что у меня нет ни одной претензии на их пробки. Я этим не занимался. Кто-то предлагает мне союз, это, скорее всего, африканские страны какие-то, они меня не интересуют. Все, мы с вами чуть-чуть, ну, камбэкнули. Да, это, конечно, все равно ужас. Все равно ужасно все. Здесь пока брать, наверное, ничего не буду. Нету смысла. Ничего, хотя бы кого-то, но я это... Ах ты ж, сука. Я получил целых 8, мать его, дукат. Киевы говноеды, это ужас просто, нахуй. На османах. Они просто мной пользуются, как шлюхой. Ой, ладно. Чё ж поделать, жизнь такая, видимо. Я как какой-то козел отпущения, опущения, опущенный, да? Ну как-то так, да, получается, что-то такое есть. Военная усталость высокая. Ну блин, мне нельзя, нельзя мне разрывать с ними соглашение военное. Иначе меня просто костили в одно место. Если вы понимаете, о чем я. Как-то так. Так, кстати, опять этот баф до конца игры будет действовать, изменение автономии. То есть он еще не один раз, да, у меня появится. А это, кстати, хорошечно. Возможно, мы им еще воспользуемся. И навсегда его возьмем потом. Да? Где? Да, если я сейчас убью войну, османы, естественно, не вступятся. Что? 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 Жаждет ваших провинций. Ах ты ж говноеда кусок. Сын ты фермера. Прикинь, а? Он со мной еще военный союз все разорвет. Вот же гей, блядь. Я похуй, с Австрией буду. Надо что-то, короче, искать. Надо искать соперников Австрии. Ой, Кастилия. Англия еще вон есть. А, здесь низкий смысл. Португалия. А, понял. С кем-то еще. Блин, ну со всеми остальными в ладах на Кастилии. Только с Францией. Ну, Франция, кстати, может в соло, мне кажется, Кастилию. Мне надо как-то с Францией, короче, задружиться. Плотненько. Плотненько, надо как-то с ними задружиться. Но что-то мне подсказывает. Возможно, компания скоро придет это самое. К ГГшке. Ну, как я и говорил в начале, когда начинал записывать это прохождение. Я ни разу не играл за Тунис, поэтому более чем вероятен тот факт, что он мне пизда. То есть ничего удивительного там нет. Но зато, если я еще когда-то буду играть, я буду точно знать, куда мне двигаться, чем мне заниматься. И что османы, скорее всего, тоже не очень-то мне и подходят в плане союзника. Что-то мне подсказывает. Потому что мне нужны здесь пробки. Или наоборот, если участвовать в союзе с османами, мне нужно вот дальше в этой пробке вообще не двигаться. Вот здесь вот остаться на границе и все. Как вариант, да? Я как вариант, кстати, могу вообще продать им пробки. У него много, тут можно где-то глянуть. Какие пробки ему охота? Ему охота вот эти три пробки, судя по всему.
Он прям жаждет их. Я, как вариант, могу ему их отдать. Придется... Бля, ну я говорю, а как эта девочка, нахуй? Вы поняли, о чем я. Продать провинцию? Цветы, блядь, пидорасы, да? Даже дорого покупать не хотят. Придется продавать им провки. Придется продавать. Что мне еще делать? Отношения нужно с ними улучшать. А, все, они со мной уже разорвали. Уже, блядь, разорвали со мной военный союз. Геи ебучие, блядь. А если мне сейчас Кастили объявят войну, мне полная пизда. На самом деле. Сколько у них войск? А, блядь. А, это уже не Кастилия, а Испания. А, ой, блядь, сердце болит что-то. Я был изначально им провки тогда продать, чтобы проблем не испытывать. Автономия. Давай вот так возьму. Так, не то смотрю. Продать провинцию. Все, отношения с ними улучшаю. И продаем последнюю провку ему. Ну, кстати, довольно-таки за нормальные деньги хотя бы. Ну, хоть какие-то, блядь. Тут, наверное, развитие высокое, да? Где глянуть? Да, блядь, не то смотрю, где? Ага, тут развитие очень хорошее. Ладно, забирай, брат. Брат, блядь. Ага. Не брат ты меня, да, книга? Так, все, сейчас союз обратно камбэком. Это могло плохо закончиться, если бы я эти провки на самом деле бы не продал. Будем честны. Не, у меня выхода не было. У меня банально не было выхода. Ну, все, мы дальше здесь не сможем двигаться на восток. Оставляем все провки Александрии, Мамлюков. Этим ебанатом. Что ж поделать? Чё ж ты меня душишь, сука? Этими дебафами. Мне так плохо. Меня и так обижают. Ты меня ещё душишь. Сука. Падла. Так. Сколько у нас тут еще? Усталость военная. 9. Ну да, сейчас вот эта херня начнется из-за военной усталости. В огромном количестве сейчас восстания будут. Он, кстати, благосклонен зато высокий у нас. Запрашиваем сами рекрутов хотя бы, я не знаю. Хотя бы рекрутов, но нам надо запросить у них. Так, дипачки. Давай, дипачки. Новый Амир Аль-Хадж. Что это? Ваш выбор повлияет на вероятность удачного путешествия караванов, паломников из вашей страны, а также на то, какие последствия будут иметь возникшие трудности медвенствиями. Ага, смешить караван от гроз, от которых... Ага, ага. Число рекрутов увеличится. Престиж будет падать за год. Минус 0,5. Не так сильно. Умелый воин в качестве... Ага, ага, с высокой вероятностью умеет защитить караван от нападения, но из-за нехватки тактики может спровоцировать ненужные конфликты, и число военных очков уменьшится на 35. Так, а дипломат. Дипломатический. Эффективность торговли в это добавлю. Так. Это ужасно. Нас просто душит. Нас просто задушивают уже. Душнилые эти, блин. Запросим еще деньги у них, ибо они охуели. 300 монет мне дай, блядь. И сколько там, 200? Ну, правда, челы просто охуели. Как это еще назвать? По-другому выставлен. Слов не подобрать на самом деле. Так, ну рекрут еще будет пополняться благодаря нашим османам. Благодаря им, собственно, и ни денег, и ни рекрутов не было. Ну, благодаря им я же их и камбэкну. В общем, две. Как-то так. Надо с этим восстанием, блин, разобраться фастом. Местное производство минус 0,25. Блять, болезнь, нахуй, наследника. Ну, кстати, он выжил. 50% шанс был.
Хотя я думал, скоро от старости сдохнет. Типа, 59 лет чилу. В нашем правителе только 48. Это, конечно, да. Это, конечно, смешно. Ты, конечно, смешно. Так. Что там, кстати, у Священной Римской империи? Они уже 3 закона приняли. Сейчас еще 4, судя по всему, да? Примут. Неплохо. Есть все шансы, возможно, даже Римскую империю священную создать. Ну-ка. Здесь правки Польши принадлежат. Сколько он получает там? Плюс 0,07. На самом деле медленно. Откуда у него столько вообще этих очков? Не ясно. Так, что у тебя по технологиям? Давно я с вами не общался. Блин, да, они уже 9 апнули, как я и думал. Давно я их не видел, они уже апнули 9. Легализм. Так, наконец-то могу военку сам вкачать. Слава тебе, господи, блядь. Так, и давай также, пока есть возможность, мы с вами эффективность производства на 2% и административку вкачаем. И, наконец-то, мы хотя бы немножко, но выходим в мир, в свет, как это назвать. В общем, начинаем жить. Начинаем жить с вами, да? Так. Сейчас, наверное, пойдем на войну. Я думаю, надо. А, пойдем на войну. Войну усталость никто не отменял. Ясно, все с вами. Надо, короче, знаете что? Вот османы, да, вот эти говноеды на османах. Раз уж они так жестко со мной поступают, надо у них просто люто все забирать. Вот просто по КД просто забирать деньги, рекрутов, все, что только можно. Хоть какой-то плюс мы должны с этого, блин, поиметь. Получить доверие, ну, у нас доверие и так. Кстати, давай возьмем доверие лучше. Неверие активизует крепостью, связывающих нас с державой Османа, но меньше, если мы нарушим свои навещания, иди, ведем себя бесчестно. Все, желания на эти мои провки у них нету, хотя по чуть-чуть появляется, но не первой необходимости, так что, в принципе, пойдет. Так что жить будем. Так, меркантилизм увеличится, купеческие гильдии получат плюшки, замечательно. Так, командир покинул нас, это тот, которого я не использовал. Так, по восстанию. На 1-3. Угу. Начинаем заниматься муштрой, она у нас уже полностью сбросилась за все это время. Надо заниматься муштрой. Ну, сейчас намного легче станет. Мамлюки уже почти полностью отхерачены, и это нам очень-очень большой плюс. Потому что они теперь, наверное, не смогут так со спокойной душой на нас нападать. Потому что тут уже на границе османы стоят, все дела. Меня душить, надеюсь, мамлюки не будут, если нас еще раз в войну позовут. Я очень на это надеюсь. Что мы Москвы. Москва, здание пока не воюют. Смотрю, да? Нам еще вспомнить Франция тут. Да? Чего-нибудь. Я бы вообще хотел, да, союз еще с Францией и на Испанию напасть вместе. Но это будет тяжело сделать, потому что куча дебафов, нейтральное отношение ко мне, другая религия, доверие, морские силы, наземные силы. Типа, у него не так уж много союзов, судя по всему, он бы принял меня, если бы я был просто сильнее, банально. Просто банально надо стать сильнее, и все. Хорошо. Отношения, думаю, с Австрией вообще нет смысла улучшать. Фигней занимаюсь какой-то ненужный. Вот что надо, так это вот здесь фабриковать, да? Шпионскую сеть. Точнее, создать шпионскую сеть и фабриковать претензии. Охота повоевать, но, блин, у нас усталость такая, что пизда. Что пизда просто. О, суннитские фанатики. Замечательно. Давайте менять религию на суннизм. По фастику. Сколько у них? 25 тысяч войск. Сколько еще в союзе с Тафиалем этим? Эти, естественно, не присоединятся. Отдаленная война минус 270. В этом еще, блин, наша проблема заключается. В союзе с османами не очень-очень далеко. Прям очень-очень далеко.
Хотя, если я выйду вот сюда, куда-нибудь, а они тоже выйдут куда-то вот сюда, возможно, что тогда получится из этого. Меркантилизм. Давай. Что-то по доходам у нас все печально, да, стало? Что у нас по торговле? Две монетки всего получаем. Две монетки. Гена 005, Алеппо 006. В Алеппо все плохо ясно. В Александрии теперь тоже все понятно. Я буду очень сильно страдать. Вниз две монеты почти. По почти. И Кацина. Ну, короче, в Африку с вами продолжаем вбуриваться. У нас вариантов-то нет. Так, 62 месяца. Давай. Легализм. Опять тут, блин, эти дебафы. Сколько можно, я заебался от них уже. Уже заебался. Так, это делаем так. Искоренение коррупции у нас почему-то очень-очень высокое. С чем это связано? А, вот, это из-за реформы династической администрации. Я две монеты теперь трачу стабильно. Ага, кстати-ка, интересно. Я думал, меньше буду тратить, если честно, поэтому и взял. Оказывается, я довольно-таки много трачу на эту всю движуху. У меня почему-то на искоренение коррупции... А что у нас вообще может быть на искоренение коррупции, интересно? Интересно, интересно. Искоренение коррупции, да? Хм, даже ничего в голову не приходит, что можно взять. Ладно. Что у нас там? Так, тут все успокаивается. Работорговцы у нас с вами появились. В Тунисе. Заключить сделку с торговцами, мы получим... Мы начнем производить рабов. До конца игры будет действовать модификатор «Крупный рынок работорговли», что приведет к следующим результатам: местное производство плюс 1, распространение институтов плюс 15. Неплохо. Но также мы еще что-то получим. Национальные беспорядки плюс 5, блядь. Глобальное торговое влияние плюс 5, улучшение отношений минус 20, распространение институтов плюс 5. Или до конца... Что? А, нет, да, с 46-го года. Получим местное беспорядки плюс 4 и ежемесячное изменение автономии. Плюс 0,05. Держава Испания получит. Ну, блин, национальные беспорядки плюс 5? Это я вообще как жить собираюсь после этого бафа? Дебафа, точнее. Давай просто по приколу возьмем. Мне правда интересно. Ну-ка. Еще что-то появилось. Провал регулирования у нас с вами случился. Угу. Местные беспорядки. Давай восставших отпиздим. Кстати, тут не появилось прям дебафа, да, полноценно? Да-да, перестанем штрафаться. Ну-ка. Не, нормально. А что там за национальные беспорядки плюс 5? Непонятно. Может, я что-то не так понял? Это же беспорядки, это беспорядки. Ну окей, у нас институты быстрее будут появляться. Да, и еще всякие бафы на торговлю. Звучит, на самом деле, не так уж и плохо. Будем честны. Даже сказал, звучит очень неплохо. Но с деньгами у нас все равно проблемы. Это факт. С торговлей мы стали намного меньше получать после того, как туркам отдали тут все провинции. Ле-ле. Ну, что поделать. Отношения у нас очень плохие. Жаждет ваших провинций. Есть такой движ. Есть, есть. Это тоже жаждет меня. Все меня жаждут. Один я не хочу, чтобы меня трогали. Что всем надо от меня, не понимаю. Да, тяжело играть за страну третьего мира, конечно, ничего не скажешь. Так, с кем он тут воюет? А, ясно. Я думаю, чё меня не позвал? А тут все понятно, ясно, я слишком далеко. Сангай, Тунис, местная цена развития, место производства товаров. Вот торговое влияние давай лучше. Может, денег буду больше зашибать. Ну-ка, Кацина. На целую 0,01 монету повысилось. Ебать. Лучший, лучший.
И до сих пор там восстание какое-то непонятное. Ну чё? Я все понимаю, да? Блин, до сих пор тут дебаф долгий, конечно, этот. Дипочки нет. Что-то тут вкусненькое. Цена развития. Доход от налогов провинции. Местная эффективность миссионеров. Неплохо. Ладно, давай еще немножко помуштруемся и пойдем уже повоюем хотя бы сами немножко. Надо самим-то повоевать тоже. А то чем как эти? Надо повоевать обязательно. Не, ну османы, конечно, тут ёбу дали окончательно. Они уже сюда вышли, еще дальше идут. Они вот эту всю часть более чем уверен должны захватить будут. Где-то к 600-му. 100%, блин. Так, ура, в плюс выходим. Это как так-то? Это мы, типа? Так, что по заданиям? А, блядь, я забыл. А вот что мне сделать? Я ничего делать не могу, извиняюсь, конечно. Да. Задание будет провалено. А, давай еще помуштруемся. Да, лохер с ним, пошли. Я в этот раз буду по-другому действовать. Я сразу захочу все эти провки, чтобы они туда куда-то вглубь и меня не убегали. Оставлю один сангай. Или кто там еще останется? А, ну ну, пэ еще этот надо захватить будет. И все. Мы с вами двинем. У них тут благо по одной этой. И все. По одной этой? И все. Так, у них же не лучше уже, чем у меня. Блять, у него 10 военной технологии. Ебаный в рот, блядь. Ладно. 25 тысяч войск у него, да? Вот и как мне с ним воевать? Прикажете. Ай. Вообще, у меня есть все шансы. Честно. Есть все шансы на проеб. Вообще, как вариант, я могу сделать немножко другим образом. Я могу их всех захватить, пытаться здесь держать оборону. И чтобы он просто белым миром сдался. То есть белым флагом поднял, да? И это, обосрался. Давай попытаемся. Давай попытаемся, глянем, что из этого выйдет. Я думаю, ничего хорошего, но... будет видно. Так или иначе. У них тоже ты по 13 тысяч войск, хуяси. Ну а что мне еще делать? АФК сидеть? Тогда смысла вообще играть нам в прайме? В сламе, да? В принципе-то. Играть я смысла тогда не вижу. Я вам так скажу. У них еще крепость здесь 3-го левела, блин. Все, пока на терпилочах. Стабильно. Число моряков. Пока идеи не будем продвигать военные. А, бля, уже стены сломали. Бля, я обожаю эту игру. Честно. Честно? Обожаю. Вот честно. Давай хотя бы быстрее, пожалуйста. Но я не успею, он скорее всего сейчас хватит. Это ужас какой-то. Ну давай. Немножко везения в студию. Да, не, не шанса нахрен, нет такого ощущения. Так, солевой кризис не страшно. Куда уж хуже. Не, не, без шансов. Он опять раньше меня осаду начнет. Закончит, точнее. Все, закончил. Чё-то я не вывожу это прохождение, я заметил. Вообще тяжко. Все так, блин, складывается. Ну, блин, тут рандом многое тоже решает. Предугадывать крайне тяжело, особенно когда ты впервые играешь за эту нацию, за эту страну, да? Предугадывать становится крайне-крайне тяжело. Чё, как, зачем, почему, блядь, в этой жизни? Ну, что, что они разделились, все равно их тут до хера. Э, не надо, пожалуйста. Они опять сейчас раньше меня захватят, да? Ну, а что мне еще делать? Сидеть АФК, ждать, когда пройдут столетия, и только потом пытаться как-то вывозить? Это не то, что я хочу видеть, на самом-то деле. О! Ебать, мне повезло в этой жизни. Это мне? Да не, нахуй. Да не. Точно мне? Фигня какая-то. У меня только через 5 лет появятся военные технологии нового левела. Да-да.
Да-да. Прикинь, они быстрее, чем я, захватят. Учитывая, что у меня стены пробиты. Воля, блядь, переисполнюсь, нахуй. Опять военная усталость накопилась. Не-не, отступить решили. Так, их позвать я не могу, да? Отдаленная война, но они и так бы не приняли. А! А! Они отхватили. Ебало того нахуй, пидораса нахуй. Стабильность минус 2. А можно узнать почему? Что такое произошло, что у меня аж минус 2 стабильности стало? Да не, это все хуйня. Это все какая-то залупа. Душат, душат бедный Тунис. Тунис не справляется. Тунис в тильте. Османы им пользуются. Так, доход от налогов. Сразу, блядь, доход от налогов падает, коррупция увеличивается. Ай, блядь. Да похуй, хоть сколько ивентов искать. Ну не везет. Не везет вообще ни в какую. Это какой-то тильт, на самом деле, уже. Я уже, блядь, полстраны нахуй захватили. Че у них по войскам? 25-15. Друзья, давайте-ка на этом закончим. Не знаю. Кажется, прохождение очень быстро закончилось. Тунис неплохая страна, но, к сожалению, стечение обстоятельств и все остальное говно, которое присутствовало, не позволило мне достичь того, чего я хотел. А чего я вообще добивался, да? Так, если подумать. Я хотел создать Карфаген, если была бы такая возможность. К сожалению, такой возможности я не увидел. Возможно, потом бы появилась, когда я принял бы другие, да, вот эти вот идеи, которые находятся вот здесь. Какие-то из этих. Но очень тяжело, очень тяжело. Для меня это впервой играть за Тунис, поэтому, возможно, когда-то мы к нему еще вернемся, возможно, на стриме я еще сделаю какое-нибудь прохождение, да, возможно, что-то такое будет. Но когда это будет, вопрос хороший. Войну уже нету смысла играть, по одной простой причине. Мы ее проиграли, это 100% вероятность, я вам скажу сейчас почему. Во-первых, полстраны захвачено, это как факт, блядь, просто. Крепость они обратно здесь отхватили, я пройти не смогу. А, нет, смогу, здесь не смежные территории. Но, тем не менее, у меня нету рекрутов. Попросить у османов я, наверное, не смогу. Могу. Но это мне погоды не сделает, будем честны. Я пошел на войну только потому, что... уже заебался. Просто потому, что заебался. Постоянно эти османы, вся эта душнина с османами... Вот, блин. Возможно, это у меня... Вот, напишите в комментах, кто уже играл за Тунис много раз. Какого хера османы так жестко меня поимели во всех смыслах, учитывая, что я их союзник? Каждый раз меня душили в каждой войне, когда я приснялся к османам. Они забрали здесь пробки. Ясно, что они разорвали союз, потому что они здесь уже захватывали. У них появилась куча претензий, да, на эти все пробки. Это все понятно. Но то, как это все душно было, блин, это все херня. Я просто зависим от них. А это такой человек, будто... не какая-то отдельная страна, а их вассал, блядь, которого они могут кинуть в любой момент, да, вот эта вся движуха. Это жестко, это очень жестко, я понимаю, конечно, да, но все же. В общем, пишите комменты. Да, прохождение выдалось не очень длинное, но я изначально предупреждал, когда только начинал, что оно, скорее всего, не выйдет длинным, так что ничего удивительного в этом нет. Следующее прохождение будет в Европке, а будет оно, скорее всего, уже где-то заданию, плюс-минус, да. Чем-то тут мы с вами будем заниматься. Появилась как-никак новая DLS. Я его подключу. Я там попытаюсь все настроить. И мы с вами заданию поиграем. Задание, кстати, тоже ни разу вроде не играл. Как-то начинал, но далеко это все не продвинулось. Может, там чуть-чуть поиграл, когда только начинал играть в Европку и все. Чисто как потестить. А как в плане полного прохождения задания у меня никакого не было. В общем, как-то так. С вами был Костя Залева, если вам понравилось это прохождение, что маловероятно, потому что вышло оно такое себе. Я это сам прекрасно понимаю, осознаю. Но, тем не менее, лайки, комменты, подписки, колокольчик не забывайте прожимать, чтобы не пропускать новые ролики. С вами был Костя Залева, всем спасибо за просмотр, всем пока.